Ребята, земляки, всем привет. Сегодня проводили субботник в Сергеевке. Мужики заработали, вчера начали они как бы полдня проработать, сегодня почти весь день. 7600 заработали, чисто так, ну на сигареты там, прочие дела свои. Так что смотрите сейчас видео, круто получилось. Глава мне сейчас сельсовета Москалев Иван Викторович звонил, сказал спасибо, ему очень понравилось. Будем продолжать. Всем хорошего вечера. Вот Алексей Юрьевич. Пришли сквер убирать в Сергеевке. Он дядь Витя у нас. А вот пацаны там уже работают. Вот тут так маленько подгребали. Прибрались маленечко. Сейчас вот ветки будем полностью выпиливать все сзади по двора, там получается, за памятником. Облагораживать будем. Здесь маленько сзади вот подушка сама, короче, обваливается. Ее маленечко подаккуратить, короче, раствором подсыпать ее, будет нормально все. Вон там уже у нас ребята работают. А вот к вам весь материал будем убирать. Юрьевич, вот с дороги поотпиливали, ветки где-то поубирали, оттуда тоже повыносили маленько. Сейчас Иван Викторович прибудет, он будет на месте, то есть сейчас все обсудим, как что делать. Там на углу забор надо подремонтировать его, или вообще там заменить столбы полностью, другие вкопать. Да, убирать. Там уже его прорядили, все ловче становится. Тут вон накидали немного, там накидали, потом это все вывезется у нас. Тут уже все ловчей становится, помаленьку, будет ништяк все. Вот здесь забор, то есть его полностью столбики менять, сделать надо. Иван Викторович будет, уже скажет, что там делать дальше. Там полностью надо, наверное, убирать все, срубывать полностью, вытаскивать. Вот Алексей Юрьевич, уже очистили малеха. Вон, насобирали ветки. Вот вдоль забора завтра трактором повывозимся. Уже почище стало. Тут еще маленько подпилится, прорежется. Здесь чуть-чуть еще уберем порядок, чтобы вид товарный был. Там уже все убрано, все заебись прямо. Прямо все. Сразу другой вид стал. Вон сколько там, блядь, этих нахуевертили. А то тут еще пеньки. Тут вот еще возле клуба немного осталось убрать. И все. Так, все заебись. Да, вообще ништяк стало. Лучше, чем было, нахуй. И все будет нормально. Такая вот. Тут вот еще уберем все. Сейчас обед у нас. Идти надо обедать. И все, будет все нормально. Тут выпилили все, где библиотека раньше была. Тут все убрали, все как надо, почти что. Вот, Алексей Юрьевич, сколько убрали хлама уже, еще там пилить убираем. О, уже и клуб стало видно с дороги, памятник стало видно. Сейчас уберем, нормально все будет. Завтра повывозим, что допилим там еще. Алексей Юрьевич, нет, уже на сегодня закончили. Вот. Завтра погрузим все, повывозим. Вот. Доставали сколько?
Завтра надо вывезти все. Ну а там по ходу посмотрим еще, что кого будем делать. Побелим деревья где-то. Вот, Алексей Юрьевич, как почистили полностью, кусты вырубали. Вот, оттуда там надо будет еще перетащить, просто ложить некуда. Вот, очистили.